Добренько, мы будем начинать, и давайте мы поднимемся и начнем с молитвы. Дорогой Господь, мы славим и благодарим Тебя за это прекрасное время. Мы просим о том, чтобы Ты благословил его, Господь, чтобы Ты осветил, чтобы это время было во славу Тебе. Мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете присаживаться. Знаете, прежде всего я хотел бы вас всех поздравить с этим прекрасным днем. Это действительно замечательно, благословенное время. Мы вместе с вами будем радоваться сегодня. Бог будет радоваться. Для вас это огромная радость. Для всех, кто пришел, это огромная радость. Для всей церкви это большое благословение. Это особенный день, это день завета вашего с нашим Господом Иисусом Христом. И прежде чем мы перейдем к самому крещению, я хотел бы дать вам обетование или благословение из Слова Божьего. Эта история написана в Матфея в 3 главе 16-17 стихе. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Из этого слова я хотел бы дать всем вам три наставления, три благословения. Первое. Написано, и се отверзлись ему небеса. Знаете, что с того момента, как вы креститесь, небо будет отверстым. Отверстым, чтобы вас благословлять. Но будет открытым еще и для одной вещи. Для того, чтобы вы смогли беспрепятственно приходить к Богу. Для того, чтобы вы смогли прийти к Богу и познать, увидеть, какой Он. Чтобы вы вместе проводили время с Ним. Чтобы вы молились, читали Библию. Чтобы это время было для вас огромной радостью и благословением. Небо будет открыто из стороны неба по отношению к вам, и вы сможете беспрепятственно к нему приходить. Второе. «И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Другие люди будут теперь видеть, что на вас Дух Божий. Будут видеть, что на вас особое помазание, особая защита. Это будет говорить о том, что вас теперь Бог будет поддерживать, вас Бог будет благословлять, защищать, миловать, благословлять, прощать и много-много другое. Вы теперь будете детьми Его. И куда бы вы ни пошли, Он всегда будет рядом с вами. И третье. «И сей глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Знай, теперь ты сын, и теперь ты дочь возлюбленная». Так Бог говорит. Потому мы радуемся, и радуется все небо, потому что на просторах всего неба будет провозглашено. Просторы всей земли, вся преисподняя будет слышать, что вы теперь возлюбленные дети Божьи. Потому когда будут вас спрашивать, будут задавать два вопроса. Веруете ли в Господа Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя, и обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести, вы должны четко и уверенно сказать «да» или «верую», чтобы слышали все небеса, чтобы слышала вся преисподняя и вся земля Божья, что вы теперь дети Божьи, что ваш Господь Иисус Христос, что вы теперь сын и дочь возлюбленные. И Бог со своей стороны, с небес, после того, как вы креститесь, после того, как вы скажете «да», скажет «ты, сын мой возлюбленный, ты, дочь моя возлюбленная», скажет на все небо, скажет на всю землю, на всю вселенную. Вы теперь будете детьми Божьими, под Его благословением, под Его защитой, Его любовью, и небо будет открыто для вас. Как будет проходить крещение? В воду опустятся два пастора, которые помолятся и которые будут крестить. Пастора будут находиться в масках. Вы на время крещения будете находиться на своих местах. То есть, когда наступит само крещение, сам момент, вы будете подходить по двое. Будет брат, который будет вам помогать подойти, и вы можете спускаться и подходить к тому пастору, который более комфортно вы чувствуете себя возле него. Это ваш пастор по местной церкви, или может быть, не ваши по местной, неважно. Все пастора благословенны у нас, хорошие, святые. Поэтому вы подходите к пастору и становитесь с правой стороны от него. Складываете ручки вот так. Володя, подержите, пожалуйста. Складываете ручки вот так на груди, одна поверх другой. Да?
И поверх этих рук, на вашу руку пастор ложит свою руку, одну руку он поднимает к небу в честь того, что сейчас будет провозглашен, заключен завет между вами и Богом. В этом положении вас сфотографируют. Вы будете без маски, поэтому вы можете улыбаться, вы можете быть серьезными. Вот как вам удобно, то вот такими и будьте. Эту фотографию потом мы вам подарим. Вам зададут два вопроса. Веруете ли в Господа Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя и обещаете ли служить Ему чистой и доброй совести до конца своей жизни? Правильный ответ вы знаете, правильно? Вот. Вы отвечаете четко и громко, чтобы все слышали «да» или «верую». После чего будут произношены слова на основе вашего обещания, вашей веры. Мы крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. На слово «аминь» вы задерживаете дыхание. В этот момент вам нужно, чтобы ваши ножки стояли одна поближе к другой. То есть ножки не отставлять, на ширину плеч тоже не ставьте. Ставьте вот так вот ножки и стойте себе спокойно. Вас пастор погрузит под воду и поднимет назад. Беспокоиться не надо. От нас еще никто не ушел, мы всех крестили. Вот. Все мокрые выйдут из воды, и верим, что все с заключенным заветом. Вас поднимут, это буквально мгновение. На слове «аминь» вам нужно будет задержать дыхание. И вам пастор еще подскажет, скажет дыхание тихонечко на ушко, или просто на слове «аминь» запомните, задержите дыхание. Вас на мгновение погрузят и поднимут. Если у вас проблемы со спиной, обязательно скажите пастору, вы тогда сможете присесть, и таким способом мы вас тоже крестим. Старайтесь инстинктивно не ставить ногу назад, не бороться. Знаете, это инстинкт срабатывает. Вот, чтобы не было видно, что вас пастор пытается крестить, а вы там не хотите, вы ныряете и так далее. Когда вас поднимут назад, вы сможете тогда протереть лицо и спокойно, с радостью, с поздравлением выйти назад. Еще один такой маленький технический момент. Когда вы будете подниматься, масочки нужно будет снять и положить на это место, где вы сидели. Это ваши места, незыблемые, они никуда не денутся, на них будет лежать ваша масочка. Поэтому вы сняли масочку, положили, крестились, переоделись и вернулись на свои же места, где вы сидели. И вернулись, переоделись очень быстро, потому что у нас после этого будет поздравительная часть. Мы будем вас поздравлять, будем вместе с вами радоваться, вручать вам подарки. Поэтому после крещения вы сразу же заходите в свою, каждую свою раздевалку, быстренько переодеваетесь, приводите себя в порядок и возвращаетесь на свое место. Договорились? Все, давайте мы тогда поднимемся, еще совершим молитву, и у нас будет общая фотография. Господь, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть это прекрасное время, за то, что Ты Бог великий, Бог чудный, Бог живой, и Твоя рука не устала, Господь, прощать, миловать, спасать. Боже, мы благодарим Тебя за людей, которые готовы принять этот завет. Мы просим о том, чтобы Ты благословил, Господь, каждое сердце, каждую душу, Господь, благословил это время, чтобы все прошло во славу Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Можете присаживаться, у нас будет сейчас общее фото. Пастора можно подходить. Подходите сюда. Пастора, можно проходить в воду. Боже наш, мы Тебя славим, мы возвеличиваем Тебя. Спасибо Тебе, Господи, за сегодняшний день. Спасибо Тебе, Господи, что еще сегодня, Боже мой, мы, все, каждый из нас, мы имеем право на спасение. Господи, я прошу, благослови каждого человека, кто сегодня согласился вступить с Тобой в заповед, в завет. Благослови, Господи, это крещение, освети эту воду, и пусть будет за сегодня Твоя воля. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь можно по двое подходить, можно с краешку, да. Если вы хотите, можете подходить, да, пожалуйста. Кто готов? Кто готов? Поднимите руки, кто готов креститься. Все. Отлично. Не-не-не. Девушка, сядьте, пожалуйста. Вот с того края у нас подходит, да? Будем так, значит, действовать. Масочки можно снять, брат дорогой, можно маску снять.
Не забывайте маску снять и оставить ее на своем месте. Веруете ли в Господа Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя? Да. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Смотрите, еще раз технический момент. Мы заходим вот через вот тот вход, да, вот, выходим с той стороны в воду, выходим с этой стороны, чтобы можно было удобно выходить через к раздевалкам. Вы, если готовы, просто будете держать руку, и к вам подойдет человек, который вас может забрать. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Да. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Верую. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Да. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Да. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Да, я. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Да. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Верую. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Господь, мы благодарны Тебе за каждого человека, который принял сегодня это смелое решение следовать за Тобой. Отец, и мы молим и просим, благослови этот путь Божий, дабы он, Боже, привел каждого из них в небеса. Благослови весь путь Божий, дабы он был наполнен Твоими благословениями. Пусть каждый найдет свое место в церкви по тем дарам и талантам, которые Ты вложил в него. Мы благословляем каждого человека, чтобы это основание, которое есть Ты, оно не поколебалось в их жизни вовек. Мы их благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь.